Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобрать то, что вы написали. Значит, вы хотите понять, что можно пожелать мужчине в дорогу, вот, с учетом того, что вы были вместе, теперь потом расстались, вот, и далее опять сошлись. Значит, очень важно понять в данном случае, из-за чего вы расстались. И решили ли проблемы, которые послужили основанием для расставания. То есть, если вы расстались с мужчиной, значит, были какие-то серьезные проблемы. Вы не говорите о том, почему вы расстались, вы не говорите о своей ответственности, об ответственности, например, мужчины, да? То есть причины расставания не ясны. Если не ясны причины расставания, то нельзя с уверенностью сказать, какого рода у вас отношения сейчас, на данный момент. Также совершенно непонятно, когда вы говорите, что вы встретились и закрутилось, кто был инициатором опять воссоединения вас как пары. Значит, как это понять, что закрутилось? Разговаривали ли вы? Обсуждали ли вы то, почему вы расстались? Насколько вы близки сейчас эмоционально? На мой взгляд, именно это и нужно в первую очередь выявлять. То есть, если вы после того, как сблизились опять, довольно устойчиво наладили контакт в плане эмоций, то я полагаю, что вы можете написать ему что-то теплое, да, то есть что-то вроде «желаю тебе успешной дороги» или «желаю тебе удачи в твоих делах» или там «счастливого пути» или «легкой дороги, мой дорогой», или что-то вроде того. Если вы чувствуете, что мужчина к вам больше, ну, в большей степени близок, да, то есть если вы говорите друг другу ласковые слова при переписках, если вы обсуждаете все темы, да, то есть у вас нет закрытых каких-то тем, запретов, нет, то я полагаю, что в таком случае, конечно, можно сказать что-нибудь и потеплее, например, «любовь моя» там, или «дорогой мой, я скучаю по тебе, очень жду, когда ты вернешься», ну или что-то типа того, вот. Или знаешь, что как бы ты уехал, но я тебя очень жду, или знаешь, что тебя ждет твой или твоя, и далее идет
любимое слово, каким он любит вас называть, вот. Мужчина, я имею в виду. Вот. Это более такая близкая форма. Если вы чувствуете, что вы с мужчиной довольно далеко друг от друга и эмоционально еще не сблизились, и чувствуете, что между вами есть какая-то стена, например, то, соответственно, можно написать просто по имени его, то есть имя, да, и, соответственно, например, да, Дима или Дмитрий, ну, лучше Дима. Дима, я желаю тебе самого лучшего. Дима, я желаю тебе счастливой дороги. Вот. То есть это будет одновременно и внимание, это будет одновременно и показатель того, что вы о нем помните, это будет одновременно и акцент на том, что вы именно ему желаете доброго пути. Вот. И с другой стороны, вы покажете ему, что держите дистанцию. Вот. Соответственно, если вы очень близки с ним, ну, неважно, встретились вы, не встретились, если вы очень близки, то пожелать нужно легкого пути, сказать, что вы все время о нем думаете, сказать, что ждете его и так далее. А если вы, соответственно, не очень далеко, то лучше просто пожелать доброй дороги и сказать, что вы будете скучать по нему. Ну и если вы совсем не близки, то, соответственно, имеет смысл просто пожелать доброй дороги, ничего не говорить. Далее, значит, смотрите, у вас здесь есть несколько слов в тексте, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, это то, что закрутилось, это перенос ответственности в себя, то есть как бы это ни вы закрутили. А это закрутилось как бы помимо вашей воли. И второе, это то, что на выходные хотели встретиться, но, видимо, не срослось. Вот это тоже не срослось, непонятно у кого, непонятно, где граница вашей ответственности, где граница его ответственности, за что отвечаете вы, за что отвечает он. То есть, здесь как бы возникает недостаток ответственности за себя. То есть вы как бы не контролируете то, что происходит. Если вы хотели быть с ним, что вы для этого сделали? Если вы хотели встретиться, что вы для этого сделали? Значит, дальше. Вы сомневаетесь, скорее всего, в себе. Потому что вы не сомневаетесь в нем, вы сомневаетесь в себе, потому что вы говорите, что, может быть, он встретил кого-то другого. Значит, вы пишете, что он периодически сидит на маме, меня это раздражает, хоть и не говорю ему. Ничего, так, ну вот смотрите, вы пишете, что он периодически сидит на маме, непонятно, что именно тогда раздражает, если вы
вот что он сидит на маме, написали в скобочках. То есть по смыслу получается, что вас раздражает то, что он, может быть, встретил кого-то другого. Но как вас может это раздражать, если вы не знаете наверняка, встретил он или нет? Получается, что у вас есть еще и свои собственные желания. Возникает вопрос, какого результата, какого эффекта вы ожидаете от того, что пожелаете мужчине доброй дороги. Вот. То есть, если вы хотите что-то для себя получить, то лучше не желать ничего. Если вы хотите ему сделать приятное, пожелайте все, что угодно. Так, значит, хоть и не говорю ему ничего, ну, опять же, причины раздражения нужно выяснить, почему вас это раздражает, насколько вы уверены в себе, да? Значит, причина, по которой вы не говорите ему того, что вас волнует. Или, иными словами, вопрос доверия. Но это очень важно. Так, два дня подряд после встречи писал, узнавал, как день прошел, хорошего дня и тишина. Не считая, что хотели увидеться на выходные. Ну, опять же, он писал, а вы сами что-то писали ему? То есть, ваша ответственность, она где здесь? Непонятно. Вот. Значит, поэтому я полагаю, что если вы не видите со стороны мужчины рвения с вами встречаться, если вы считаете, что он не заинтересован в том, чтобы с вами встречаться, то вполне правильно, вполне естественно будет, если вы напишите ему ту самую форму с именем, которая просто даст вам понять, что он вам не безразличен, что он для вас еще пока имеет значение. И пока его не будет, я рекомендую вам как следует разобраться с тем, что для вас этот мужчина значит. Потому что слишком много непонятного в ваших отношениях с ним. Не слишком ли вы заинтересованы в нем? Не слишком ли вы нуждаетесь в нем? Не слишком ли вы зависите от него эмоционально, например? Потому что если это действительно так, то это не позволит вам быть свободны с ним. И, соответственно, не позволит вам иметь с ним такие отношения, которых вы достойны. Ну. И вот этот вот момент тишины, который вы описали, его тоже нужно разобрать, потому что непонятно, что это значит. Либо
мужчина вами пренебрегает очень сильно, и вы тогда позволяете ему это делать, да? То есть позволяете ему пренебрегать собой. Либо вы недостаточно сами участвуете в отношениях. Ну, то есть недостаточно делаете для того, чтобы они развивались. Вот. Что вполне может быть, потому что у вас есть вот эта вот особенность, что вы не несете ответственности как бы за то, что делаете. То есть у вас и срослось, у вас и не срослось, точнее, у вас и закрутилось. То есть это низкие показатели контроля за своей жизнью, над своей жизнью. Если это так, то контролировать нужно в большей степени. По крайней мере, то, что зависит именно от вас. По крайней мере. По крайней мере, то, что зависит именно от вас. То есть понятно, что мужчину вы не проконтролируете, это понятно. Вот. Я говорю именно о вас. Все, что касается вас. Вот. Ну и отдельным пунктом, я специально оставил это напоследок, идет то, почему вы сами не знаете, что мужчине пожелать. Ведь это же ваш человек. Вы его знаете. Вы знаете, что ему нравится, вы знаете, какой он. И только вы знаете, что именно ему понравится, если вы напишете. Мы этого, в принципе, знать не можем. Ну, потому что человек-то для нас чужой, как бы. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. То есть, это вопрос, опять же, ответственности вашей. То есть именно ваша ответственность. Почему вы сомневаетесь? В чем заключается сомнение? Именно ваше. Вот. На мой взгляд, это важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.